Я сам очень часто езжу по заграницам, здесь, конечно же, пользуюсь пластиковыми карточками, да, это там Visa или MasterCard. А вот, я считаю, что не только платежная система нам нужна, а любые, скажем так, проявления с нашей страны как не экономически независимые, они должны присутствовать. Пусть это платежная система, либо как наша валюта, чтобы она стала действительно могла обмениваться на любые другие валюты, да, то есть, как бы, чтобы ее принимали к обращению. Сейчас, насколько я знаю, мы там с Китаем подписали то, что мы уже без доллара можем обменивать одну валюту на другую, то есть без конвертации в доллар. Значит, национальная платежная система — это одна из ступеней как становления России как независимой страны, независимой в плане и экономической, потому что, ну, все эти аспекты должны присутствовать. Я надеюсь, что в скором времени, конечно, мы и от доллара начнем отказываться в, скажем так, в обмене товарами с другими странами.